Все, у меня таксишка через минуту приедет. Я поехала. Друзья мои, не волнуйтесь. А вам-то что волноваться, господи? И тебе говорю, не волнуйся. Кристина тоже тут волнуется, что она не едет. Сумать. Я, если честно, опаздываю, потому что такси долго ехало. Вообще, они должны были, ну, побыстрее, это бывает минута две, уже на месте. Я поздновато заказала, и он 8 минут ехал. Кристина говорит, ничего страшного, в клинике подождут, время-то назначено, 5 минут, ничего. Мы их там полчаса ждали в прошлый раз. Помнишь, тетя? Уже 40 минут. 40 минут все, я поехала. И волнуйся. Давай. Ой, я и свет выключила. Все, мать, 9-я квартира. Запомнила. Да. Давай. О, ждет уже. Побежали быстренько. Или мне показалось, не пойму. Говорит, ты не боишься одна. Я тебя умоляю. Я одна в Беларуси ездила имплантацию, помните, делала. Сама на следующий день или даже в этот день я уезжала. А показалось. Где-то сейчас через минутку должен быть. Где он? А тут лужи вообще. Две в кармане оказалось. Ну и где этот водитель? Мне показалась вот эта машина. А это припарковали здесь. Думала, стоит. Солнечная погода, все капает. Плюс температура. Нет мороза вообще. Тепло, хорошо, так комфортно. Смотрю, на балконе Кристина стоит. Окно закрыла на кухне? Нет, не закрыла. Где он есть? Он должен был быть уже здесь. Сейчас гляну по карте. Не вижу его. Вот дают. Было написано, через 2 минуты будет, но я уже 2 минуты собиралась. Я уже вон 2:30 снимаю видео. Ладно. Дождусь его.